Всем привет, хаюшки, ребятки. Сегодня я встала в 6:40 для того, чтобы посмотреть камбэк BTS. Всегда так делаю, потому что камбэки выпускать нельзя. Ой, цепочку поправить надо. Вот, и сейчас считается отсчет. Господи, я поражаюсь со своей речью. 7 утра, и вы меня простите за это, 30 секунд осталось, я просто в каком-то, не знаю, шок. Потому что я забыла, как это делается, блин, ребятки. У Blackpink там камбэки, блин, 2 года уже ничего. А, нет, ну был камбэк и соло, но это не, это другое, ребят, это BTS. Ой, год не было ничего, и все такие, типа, оп, камбэкчик, и мы такие, вау, круто. А как что делать, я забыла, бомбочка у меня наготове. Пипец, сейчас проснется. Перекрестились. Все, все, ребят, это конец. Не конец, конец. Так, ну что, Чунгук сидит, это тоже хорошо. Слушайте. Я не буду шутить. Я не шучу на такие темы, все. А почему он посмотрел и там их сразу 7 стало? Типа он раздвоился, что ли? Так можно? Так, да. Главное, что он не будет включен везде. Что это такое? Спокойненько, пока что. Эта машинка поехала. Пока что не поняла прикол этой машинки, но прикол будет. Главное понять его. Розочка. Охренеть, это те самые карусельки из этого, из Пинктея, по-моему. Откуда где-то? Я думала, они случайно. Типа там это вкусное место было, не получается. А это из босса в этом сисе, я все помню. Да, я умная. Почему я так выгодно? Скажи мне, если бы я так это знал. Я это и знаю, конечно. Пытаюсь вспомнить, откуда это. Это же... Это было откуда-то. Место, на что я не могу это вспомнить. Простите. Ну, блин. Я не олд, считаю себя. Хотя я 3 года в фандоме. Вот это не олд. Ой, сзади, это я не вижу, это Тейкоф выбрал, по-моему, то, что не мы, а Юзи. А можно выбирать одинаковые эры? Если можно, то это Айниди. Вау, вот это смехи, что на самом деле тоже. Блин, какие о, да не да, философские поддерживающие люди, ну, одобряю. О, блин, это же, офигеть, это же этот автобус из... И видите, из нового блина, что... Ты чё творил, что это сначала? Pink is playing the fire. Надо вот таким говорить сейчас. Это все? Ладно. Наверное, что я рассчитывал больше. А, нет, это еще не все, ребятки. Вы читайте мои мысли.
В автобусике сидят, в шкилку едут, как в старые времена. А я вот в то время реально в шкилку ездила. Последний год мне осталось в шкилку ехать. Пипец. Люди, которые застанут мой выпускной. Все, конец фильма. Ютуком. Ну что ж, что я могу сказать по этому поводу? Надо лайк поставить, кстати. Лайк, лайк. Подожди, куда пошел? Все, поставила. Все, мы соблюдаем правила Ютуба. Надо потом на других аккаунтах посмотреть. А вы тоже стримьте. Не надо сейчас ничего пока включать. Вы тоже стримьте, ставьте лайки по правилам Ютуба, если вы, конечно, знаете, если вы их не знаете. Я оставлю правила в телеграм-канале своем. Можете посмотреть. И я сообщение, конечно же, закреплю. А в целом, по поводу камбэка, по поводу песни, я могу сказать, что я в небольшом таком шоке, но я уже в таком привычном шоке, потому что это уже не первый раз, не первый камбэк, логично. Поэтому с каждым камбэком всегда какие-то новые чувства, всегда какие-то новые эмоции, не знаю, появляются. Новые ощущения, самое главное. И здесь тоже. Здесь, то есть, полностью они забрали все практические моменты, все вот эти камбэки, которые были. И прям сразу ощущение стало, как будто все, как будто распад. Не дай боже, нет, нет. Но рано, рано еще. Все. Поэтому, естественно, песня мне понравилась. Кому она не понравилась, блин? Есть такие моменты, когда песня нравится не сразу, но здесь прям вообще затронул душ. Как раз сейчас тот концерт, который я слушаю, потому что раньше, вот когда вышел, особенно Black Swan, мне не особо зашел этот концерт, потому что я пришла с эры Boy Group и думала, что вот будет похожие камбэки, похожие песни. Но, естественно, это не так. Поэтому тот камбэк мне не сразу зашел, но потом мне он понравился. И вот, а тут мне прям все понравилось, офигенская песня, и лирик, и перевод тоже. Ну, легко посмотрела, послушала, точнее, в голове перевела, тоже какие-то философские моменты затрагиваются. В общем, на этом было все, я пойду спать. Всем пока.